Сколько можно есть сахара, чтобы зубы не болели? А вы знали, что в таком йогурте содержится примерно 20 грамм сахара, а в такой маленькой бутылочке сока 25 грамм сахара? Много это или норма? Давайте разбираться вместе. Для поддержания здоровья зубов, а также профилактики проблем, связанных с перееданием сахаров, ВОЗ рекомендует в день не более. Для детей 2 лет суточная доза сахара составляет примерно 13 грамм, и это одно печенье. Для детей от 2 до 4 лет это 15 грамм сахара, и это 3 шоколадные конфеты. Для детей от 2 до 4 лет это одна небольшая булочка, либо 19 грамм сахара. Для детей от 6 до 10 лет это суточная доза, равная примерно одному небольшому глазированному сырку, либо 24 грамм сахара. Для детей от 10 лет и до 18 суточная доза сахара составляет примерно 30 грамм, она равная одному небольшому сникерсу. А для детей от 0 до 2 не рекомендуется употреблять сахар вовсе. Если соблюдать данные рекомендации, то вы значительно снизите вероятность развития кариеса у вашего ребенка. Но стоит обратить внимание, что сахар может быть скрытым и содержаться в таких продуктах, как соки, булочки и даже сосиски. Поэтому внимательно изучайте список ингредиентов. В таких пограничных продуктах, как, например, хлеб или кетчуп, следите за тем, чтобы сахар не стоял на первых рядах ингредиентов. Чем дальше находится сахар в списке ингредиентов, тем меньше его массовая доля в продукте. Десерты возможны.